Как вы знаете, сегодня здесь, в Академии туризма и спорта, проводим встречу со студентами в памяти чемпиона Казахстана, СССР, Европы, двукратного чемпиона мира, чемпиона Московских Олимпийских игр Шамиля Каримовича Серикова. Встречи проводит Академия туризм и фонд имени Шамиля Каримовича Серикова. Но в памяти его он является выпускником этого вуза. В связи с этим мы вот решили так организовать встречи со студентами. Завтра начинается турнир имени памяти Шамиля Серикова. О Шамиле Серикова можно очень много говорить. Он в Алмате вырос. Четверо братья, сейчас никого нет, он один. Двое братья, а сыновья остались. Вот один из сынов является председателем попечительского совета Евразийского фонда. Ну, Шамиль Сериков был членом спортивного общества «Динамо». За 92 года существования спортивного общества «Динамо» ни один спортсмен, член спортивного общества, в тюркоязычном мире не достиг успехи, который достиг Шамиль Сериков. За 92 года. Это очень важно. Вообще-то, если сказать по правде, сразу задается вопрос, чем занимался 92 года «Динамо». Вот так, если подойти. А Академия туризма и спорта, в которой мы здесь находимся, здесь за 70 лет существования Академии туризма и спорта Шамиль Каримович единственный тюркоязычный студент, здешний я имею в виду, в последующем выдающийся легендарный спортсмен, который не достиг его успех ни один спортсмен. Ну, вы знаете, тюркоязычный мир большой. Вот. Теперь мы говорим о тысячелетии Алматы, Казахстан. Вот. За тысячи лет тогда надо сказать правду. Ни один тюркоязычный казах ни в Казахстане, ни в мире не достиг его успеха. Он единственный спортсмен, который был награжден самой высокой наградой ФИЛА после смерти через 25 лет. Это очень похвально, но как бы рад тем, что ФИЛА через 25 лет вспомнили Шамиля Серикова и наградили. Это говорит о многом. Это что мы упустили, 20 лет мы забыли Шамиля Серикова, через 20 лет по моей просьбе, с помощью аппарата президента, мы этот турнир проводим. Вот. Это прежде мы в Академии находимся, она содержит воспитательный характер молодежи. В будущем они стремились быть как Шамиля Серикова. Он является примером, все его знали. А завтра начнется турнир. Турнир что? Турнир тоже, она первые годы был начат в Алматинской области. Были разные трудности. В последующем мы перевели в Алматы. Вот уже 7 турниров мы провели так в республиканском уровне. 7-й турнир мы провели. В 7-м турнире мы начали выполнять мастера спорта Казахстана. Это официально мы прошли. 2 года мы последние годы проводим в связи с образованием Евразийского союза. Мы перевели Евроазийский союз. Теперь турнир проводится как Евроазийский союз. Мы теперь будем Шамиля рекламировать не только в Казахстане и работать над ним. Как бы Россия, бывший преемник Советского Союза, и другие страны, также и Белоруссия, Киргизия и так далее, мы будем на уровне высоком работать. У нас есть проблема, над чем мы работаем. Эта проблема, мы хотим, чтобы имени Шамиля Серикова мы как бы называли именем его, переименовали какой-то спортивный комплекс. Я по этому вопросу обращался к президенту Казахстана, пока этот вопрос не находит свое решение, но мы продолжим над этим вопросом. Вот такой предыстория или история Шамиля Каримовича Серикова. Сам жарко, сложат о героях песни. Вспомните, надо жить ярко, надо побеждать честно. Замерли вокруг люди, светятся экраны теле. Верьте, что рекорд будет
близки к цели. Мы верим твердо в героев спорта. Нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Сербский путь наверх сложен. Лидерам сегодня трудно. Знаем, победить сможем, если совершим чудо. Судьи будут к нам строги, но в конце концов, поверьте, скажут нам, что мы боги, скажут молодцы черти. Мы верим твердо в героев спорта, нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Солнечной стремись награде, ради красоты и спорта, родины своей ради. Надо побеждать честно, надо жить на свете ярко. Словом и о нас песни, будет небесам жарко.